изображены разные страны, называются политическими. Политическая карта мира позволяет окинуть взглядом изображение всей земли и большого дома. Для разных народов. Всего в мире более 200 стран. И около 4000 народов. Специально для тебя так говорю, чтобы ты послушала. Страны на политической карте изображены различными цветами. Своим многоцветием карта словно указывает всем на многообразие мира людей. Читай, я просто пока ты переворачивала страницу, отвлеклась. Давай дальше, слушай. В большинстве современных стран обычно вместе живут представители разных народов. Только в немногих странах люди разговаривают на одном языке. Зато есть страны, где существует до 900 разных языков. В одной стране 900 разных языков. Как поняла? Да. Круто? Круто. Поэтому в любой стране есть один или несколько государственных языков. Всем привет, мои хорошие! Ну что, включилась вас поприветствовать, немножко поговорить, и будем заниматься домашними делами. Миссию любящей жены выполнила, а также миссию любящей мамы тоже выполнила. В общем, проводила Сашулю на работу, детей в школу. Проснулись мы сегодня рано, сделали уроки. Вчера было не до них, были гости. Я говорила о том, что переехали жить сюда к нам в Дмитриевку, наши земляки, казахстанцы, и вот были у нас в гостях, потом мы ходили в гости к ним, живут они недалеко от нас, и в общем время за разговорами пролетело очень быстро, и уже я включилась, тоже вышла к вам на связь очень поздно. И вот сегодня проснулись, а у нас такой сегодня день тяжелый, что очень много делать уроков. Надо было и Анюте, и Максимке все учить, писать. И, в общем, ну, как бы занимает это много времени. И вот немножко вам там поснимала, показала, как Максим делает уроки. И он очень любит, чтобы вот с ним сидели рядом, слушали. И даже если я, не дай бог, там немножко отвернусь, и все сразу начинает мне говорить: «Мам, для кого я это читаю?» Так все выразительно, красиво, чтобы ты меня слушала внимательно и тоже запоминала. Так что мы с ним очень любим делать уроки вот вдвоем, а Анюта уже прям становится более, что ли, такой самостоятельной. Ей не нравится присутствие нас, лишь только если потом проверить, иногда даже и проверить не дает, и в итоге бывают соответствующие оценки. Я не знаю, пишет она диктанты замечательно, 5-5, а вот переписать, например, да, с книги уже готовый текст у нее не получается, с ошибками постоянно, причем ошибок много. В общем, списывание это не ее. И вот в таких вот заданиях она уже просит проверить меня. В общем, сделали уроки, накормила, напоила, проводила. А стирка, я не знаю, просто не кончается, хотя вроде бы уже и не лето, дети так часто не гуляют на улице, но все равно ее очень много, стирать не перестирать. И вот сразу вспоминаю, как
Я раньше стирала, у меня поначалу не было машинки-автомат, была полуавтомат, и вот нужно было сполоскнуть вещи в двух водах, потом в центрофугу, развесить. А сейчас просто закинул в машинку, да, и надо развесить, и порой мы даже ленимся, и этого не хочется делать. Вот напишите, у вас так же. Я говорю, сейчас столько гаджетов, столько техники, что просто... Я не знаю, начинаешь действительно лениться, и мы потом удивляемся, почему у нас вот дети ничего не хотят делать и так далее. Да потому что сейчас вот вообще, не знаю, все есть, вот эти вот всякие приспособы, и они лишь только нас расслабляют. Вроде бы и помогают в то же время, ну и в другое время портят очень сильно. В общем, ладно, сейчас меня пригласили в гости, буду собираться, и знаете, что хотела сделать? Посидела, вот, почитала комментарии, многие мне написали. Яна, если есть пергамент, обязательно убери рыбу. Да ладно, не уж. Вот это да, и пергамент уже, представляете, последний. Кстати, он вообще не кудышный, не хороший. Все пригорает. Я хотела заказать, вот который советовали вы мне на ВБ. Закинула в корзину и так не закажу. Ну и, не знаю, у меня... Фольга еще есть, ее прям много. И чаще использую, наверное, я ее. Но обмотать, в принципе, хватит. Я не думала, что в пакете может рыба испортиться. Но хотя, да, нам и гости тоже принесли рыбу в газете. Все как положено. А я потом ее в пакет, так как газету выкинули. Но толстолобик такой толстенький. Мы вчера прям сразу порезали. А к столу рыба свеженькая. Смотрите, какая. Вообще. Сейчас вот как пойду в гости, на обратном пути я зайду в магазин и куплю. Куплю пергамент, чтобы убрать. А это я вот кусочек ела, выбрала хитрюга. Самый такой мясистый. Немножко прям. Кто любит рыбку, пишите. Интересно, кстати. И она вот не, как сказать, не сухая. В общем, просто идеальная рыба. Кстати, тумбу я говорила, что мы не собрали. Надо еще прикрутить вот эти вот красивые фасады. Я думаю, что сегодня уже это сделаем. И обязательно вам покажу, как смотрится. Но мне не нравится вот именно камин. Камин вообще не подходит, он прям очень выделяется, хотя тоже многие пишут, Яна, оставь, будет такой контраст, ножки черные и тумбочки плюс телевизор. Нет, не в этом, наверное, случае. Не хватило немножко. Все-таки камин надо белый, либо вообще без камина. Ну, нормально так закрутила, сейчас соберу, наверное. И вот, я говорю, потом куплю. Еще обмотаю получше. Надо еще цветы мне сейчас быстренько опрыскать, так как включаем отопление, и они прям очень быстро высыхают и начинают чахнуть. Яйца опрыскиваю тоже их сейчас чаще. Ладно, всем хорошего дня, мои хорошие. Отличного настроения. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. И напоминаю, подписывайтесь на Дзен канал, Телеграм канал. Все ссылки будут в описании канала. Кстати, я еще установила органайзер, который показывала вам вчера. Мне так вообще понравился. В общем, смотрится неплохо. И, кстати, закрепила его. Держится тоже очень хорошо. Хотя вес приличный. И цветок, и освежитель, и туалетная бумага, плюс еще салфетки, и плюс дополнительно там еще где освежитель. Также лежат влажные салфетки, и вообще все очень прочно. Так вот, опрыскала, и сразу он взбодрился, а то и солнышко, и тепло от батарей. Прям желтеть стали.
смотрите, кто пришел из школы. Альфуша радуется, кружит тут возле них. Ну, погладь, Максим, ее тоже. Ты устал так в школе, что ли? Быстрее домой хочет уже зайти. А Альфуша от них просто не отходит. Смотрите, смотрите. Иди ко мне, Альфуша. Вот ко мне она вообще не хочет, чтобы дети ее гладили. Да? Папа тоже уже там пришел с работы. Сейчас будем ужинать, а я прибежала. И давай быстренько все готовить. Думаю, надо успеть. А то вообще было пусто, да? Ничего не было. Гречку отварила, подливку сделала, салат приготовила с брокколи себе. Кроме меня его никто не ест. И любимый всеми салат для всех остальных. Ну все, все. Сейчас хочет прыгнуть на меня. Вот так вот она заглядывает своим носиком. Да? И выискивает, где же там все. Кстати, забыла вам показать. У меня ведь все розы завяли, уже от них ничего не осталось. Ну и так столько времени простояли и выбросить жаль. И вот решила поставить их в веранду. Тут более прохладно, воду меняю, но уже не обрезаю. Смысла никакого нет. Ну, простояли они, сколько получается, 12-13 дней, да. Считаю, что очень хорошо. Вот что значит подарены с любовью, как там писали в комментариях. Как же на улице быстро темнеет. Вот поужинали, немного поговорили с родителями, сразу же вышли, и все уже темень. Чистим тут такую огромную рыбеху. Я не знаю, вроде бы Сашуля уезжал на работу после обеда, а приехал с таким уловом. Вот так отправляй на работу. Смотрите, какой большой. Надо будет потом взвесить. Сейчас почистим, помоем и угостим всех знакомых. Куда нам такой большой? Да, нас угостили. Хорошие, добрые люди. Да. Спасибо. И мы чуть-чуть поделимся. Ну, мы, помню, запекали в духовке. Вот так вот себе отрежем. А вот этот кончик. Нет, вот так вот себе, вот это вот угостим. Почему? Смотри, тебе можно на ногти не ходить. Вот такие вот штуки высушишь, и потом можно клей. Вот что значит бухгалтер. Даже, видите, готов экономить просто на своей любимой жене. С чего мне предлагает ногти сделать. Знаешь, как это рыба называть? Да. Сазан. Нет. Да. Фазан. Как всегда, хочет мне голову запудрить, обмануть, выставить жену посмешищем. Но я посмотрела, вбила сейчас. Умная там... камера? А? Да, посмотрела по умной камере. Это сазан у нас. Так что... А ты говорила, окунь. Ну, надо будет, Сашуль, обязательно взвесить, как почистишь. Я вообще рыбу чистить не люблю. Я только есть люблю. Еще если бы кто пожарил. Вообще было бы здорово. Запекать, мне кажется, такую рыбу не очень вкусно. Помнишь, ты готовил? Его надо на маленькие кусочки порежете и хорошо обжарить, чтобы он такой жаристый был. Чтобы хрустящий. Наверное, да? Чтобы хрустящий был, да. Мне так больше нравится, чем как будто вареный. Но я говорю, помнишь, мы тогда запекали? Ты запекал лимончик все. Дела, у нас даже фото есть такое красивое. На память мы оставили. Не знаю. Мы вообще не ели. Ну и дети рыбу, мне кажется, все, наверное, не любят. Я вот туда 3 дня ел. Да, кстати. Ел, давился, но съел. В общем, мы решили угостить. Пожарят вкусно. Видишь, как хорошо получается? А ты говорил вилкой. Кстати, надо посмотреть, Сашуль. Надо посмотреть, можно ли с головы сварить уху. Можно, да, еще с кишков можно тоже. Нет, ну правда, с головы. Надо предупредить Веру Дмитриевну, что приедем. Сейчас сразу все мы и развезем. Я думал, голову рыжику голова достанется, по-моему, не достанется. Обойдутся рыжики-пыжики. Что-то котов не слышно даже, они не знают, что это рыба. Ага, они маленьких только любят. Альфуша, он пришла, надо вещи тоже занести.
все просохло. И шифер мы вчера вот так вот убрали здесь. Сколько, Сашуль, листов мы купили? 6? 6 листов. Я только до 5 могу считать. Вот эту всю стену, ну, нужно будет потом шифером. И шифер вышел 5000 рублей. Казалось бы, какой-то шифер. Ничего такого особенного. А стоит. Мы уже выехали. Едем к Вере Дмитриевне. Сейчас ей отвезем. И потом дальше. И вот немного хотела показать нашей ночной Дмитриевке. Сейчас будем проезжать парк, где, я вам помните, показывала, у нас там фонтан должны сделать. А уже фонари установили. В общем, все так красиво очень. И вот прям хочется показать. Кстати, на улицу вышли, да? Было вроде как ничего, так тепло. А потом прям похолодало. Ну и вот смотрю, у многих уже мороз. 8 там градусов. В общем, холодно очень. Вот он, наш парк. Красивенький. Надо как-нибудь, Сашуль, прогуляться. Светится как. Еще когда фонтан заработает, вообще будет красотень. Молодежь гуляет. Тут все прибрали. Видите, брусчаткой как сделали вокруг деревьев. В общем, наш поселок с каждым годом все преображается и преображается. Завтра будет рынок, не знаю, пойду, не пойду. Вообще хотелось прогуляться. Уже давно, кстати, я не ходила на рынок, прям даже призабыла. Поэтому завтра, скорее всего, сходим сейчас, как приедем, будем делать уроки. Сашулю уговариваю, чтобы он мне собрал камин беленький. Посмотреть уже, как это все будет в общем смотреться. И вообще день пролетел. Я по гостям, все на работах, а я гулять. Сейчас еще, наверное, заедем, мороженое купим. Прям захотелось. Ну и мы сейчас быстро заедем и сразу потом домой. Тут тоже вот парк красивый такой. Я не парк. Сад. Березка. И тут мы раньше жили, на Державинской. Ровно год снимали квартиру, а потом уже купили дом. И сегодня, кстати, ну и вчера, когда ездила тоже в магазин, все такое золотистое, красивое. А Максимка говорит, осень какая-то не такая. Вот именно, что теплая, самая настоящая золотая осень. Тут дорога, правда, такая. Не очень. Ямы прям большие. По-быстрому не получилось. Вера Дмитриевна нас там заугощала всем, чем только можно. И вот приехали домой. Сейчас будем делать уроки с детьми. Там Альфуша уже бежит, бежит. Встречает нас. И вот видите, какая умница. За двор вообще не выходит. Он сразу на шум, видишь? Ну. Идет проверять. А там гусятка, он сидит, тоже встречает нас. А я ее хотел один раз вытолкнуть за забор. Альфуша? А она назад убегает. Да? Боится, ну. Ну, молодец. А мы переживали. Просто когда она у нас один раз выбежала, я ее словить не могла. И она забыла, что такое вообще бегать, где машин много. И я так испугалась, когда она на дорогу выбежала. Кстати, Сашуль, ты видел? Дети все светильники мне переломали. К детям приходят друзья в прятки. Тут везде бегают, играют. И наши, но все не видят светильники. Они-то черные, с травой. Я не знаю, сливаются, наверное, заросли. И позбивали мне вообще столько штук. Валялись они везде. Я их пособирала, но уже снова втыкать не стала. Так и оставила. И вот поменяли нам тоже фонарь. Так светит теперь. Ярко. Альфушка тут за нами. Бежит. Хозяйка.
Да, Альфуша, хозяйка? Все, ей надо дуреть, играть. Сделала с детьми уроки, вышла на улицу. Думаю, покажу, чем тут Сашуля занимается. А сама сейчас хочу рыбу порезать, посолить и завтра на обед пожарим. Мы там оставили небольшой хвостик. И, кстати, прям так нормально было икры. И Вера Дмитриевна потом отварит себе там уху, пожарит. Она очень рыбу любит. В общем, угостили всех. Наташа завтра, может быть, придет. Тоже дам ей кусочек, пусть пожарит. Вот, вот и все. В общем, Вера Дмитриевна голова досталась. Ну, она все остальное. Да, самое вкусное отдали, себе невкусное оставили. Ну, вот сейчас же поверят. Подумают, и вправду только головешку отвезли. В общем, всем разделили и себе кусочек оставили. И спасибо добрым людям, кто нас угостил. В общем, вышла на улицу. Сашуля тут обрабатывает бруски. Разобрал шифер. И спасибо большое бывшим хозяевам. Молодцы, конечно. Все делали, видно, на совесть. А для себя, видите, утеплили. Вот пенопласт стоит здесь вдоль стенки. Он все разобрал, чтобы удобно было стыковать. И шифер тоже писали, что надо помыть мойкой, ну, керхером. Да, вот именно, что не отмывается. Он же мыл, я показывала на видео. Надо именно вот этой приспособой тереть, и тогда известь отойдет. Ну, с большего все убрать просто невозможно. Ну, и можно обработать тоже грунтовкой, чтобы сцепка, Сашуль, была лучше. Ладно, тогда помощь моя не нужна. Пусть сам тут все мазюкает. Кстати, я тебя, Сашуль, жду. Жди. Жди, и я приду. В общем, хочу, чтобы сегодня мне собрал камин. Не отстану от тебя, пока не соберешь. Ну и потом вам уже покажу, как у нас там все получилось. Ладно, холодно. Наверное, у нас сегодня будет точно мороз. Прям очень холодно стало на улице. А так не хочется, чтобы мои розы замерзли. И вот рано темнеет, уже не успевает подзарядиться. Вот этот вот прожектор здесь еще более-менее, а вот с той стороны не так ярко. Не так ярко, в общем, светит. Я тут уже начинаю резать рыбу. Кстати, хотела показать, сколько было икры. Смотрите только, такие огромные куски. Вот надо посмотреть будет рецепты, как ее можно вкусно затушить, либо зажарить, я не знаю. И нарезаю я такие небольшие кусочки. Смотрите, какие красивенькие. Не толстые, не тонкие, чтобы прожарился и был хрустящим. Такие красивые кусочки. Сейчас посолю за ночь. Прям просолится хорошо. И на обед пожарим. Можно будет еще картошечку отварить сыренькую. Вообще будет вкусно. И у меня не получается. Надо, наверное, топорик. Я не знаю. Кость слишком толстая. Серединку разрезать. Стучу и сама за себя переживаю. Боюсь, что нож сейчас как вылетит и клац мне. Ножи вообще острющие. Ну вот, надо, наверное, силы побольше. В общем, тяжело мне как-то дается. Что ж такое? Это было вообще дома это дело. Сейчас у меня тут вся кухня будет в рыбе. В общем, не могу, видите, разрезать эту середину. Поначалу прям пошло, а сейчас вот не получается, и все. О, все, наконец-то. Хвостик, наверное, уже можно и ставить такой. Нормально будет.
плавники я никогда не срезаю, я люблю похрустеть. Вот кто любит тоже похрустеть, напишите, посмотрим, сколько нас таких. У нас уже очень поздно, мои все спят, а я, представляете, сама собирала камин, и у меня получилось его собрать очень легко, без чьей-либо помощи, справилась сама, просто Сашуля зашел тоже с улицы, устал, поел, чай попил, пошел спать, а я вот занесла коробку и стала собирать. И вот, наконец-то, могу вам показать, как встала тумба, как смотрится белый, черный камин. Ну, черный явно тут проигрывает, да, они красивые по-своему, но черный подойдет уже где-то в другом интерьере, но не в нашем зале. А вот именно белый камин сейчас вот смотрится так воздушно. Не знаю, мне кажется, вписался он прям идеально. И в дальнейшем докуплю, может быть, что-то, поставлю на тумбу. Пока будет сейчас все это выглядеть вот так. Не хочу я захламлять, что-то тут наставлять. Мне кажется, ее украшают вот цветы, которые стоят по краям. И я думала, что мне придется один цветок перенести куда-то. Ну, места не будет. А нет, вот так вот они стоят. Ну, пишите, как вам вообще преображение зала. Мне кажется, прям с тумбой стало намного уютнее. И я переживала, что она будет выглядеть как-то громоздко, и зал совсем станет маленьким. В общем, переживала, что мне не понравится. Но нет, наоборот, сяду, смотрю, и от всего просто я в восторге. Вот так вот еще покажу с этой стороны, как смотрится. Сейчас еще свет, наверное, включу поярче. И вот белый камин. Тут уже идут и камни такие прям большие, беленькие. А здесь уже, видите, серые камни. И как-то вот на фоне белого смотрится, да, он мрачновато. Ну, тумба белая, все такое светлое. И вот, ну, камин никак. Вот раньше, когда он стоял именно под телевизором, было нормально, но сейчас вообще нет, без вариантов. Поэтому, может быть, кто-то смотрит нас из Дмитриевки, и вы мечтали о таком камине, пишите мне, отдам просто так. Ну, зачем мне два? Мне и одного вполне хватает. Ну, а это просто поставила, чтобы вы увидели. Просто многие писали, что я на оставь черный для контраста. Ну, нет, нет, мне вообще не нравится. И вот сейчас включу свет поярче, чтобы лучше было видно. И, кстати, мы уже постелили ковер, все прохладненько, полы тоже прохладные, а хочется, чтобы ножкам было тепло. И тем более дети очень любят играть на полу, лего собирать. Так, ну и свет выключаю, а то дверь к Максимке открыта, сейчас может проснуться. В общем, я очень довольна. И уже я, знаете что, присмотрела кресло. Оно прям, мне кажется, тоже идеально впишется. Два будет лишним. Два слишком много будет. Одно кресло вот поставить, если сюда, ставить также столик, а шахматы, а это кресло перенести именно в холл. И будет прям здорово. Сейчас покажу. Я ведь стол тоже... И как гирлянда, да? Смотрится нежненько, красиво. Вот здесь вот я поставила кресло. Я вообще планировала сюда и второе. Сейчас. Ну, пока в зале нет другого. Пусть одно стоит там, а другое здесь. Но можно также сюда, не знаю, что-то еще поставить. Будет более уютно. Тем более мы очень много времени проводим в коконе. И как я тут собирала все в кухне, пол такой грязный, стулья протирала, поставила на стол, думаю, сейчас пол пробегусь, помою, и что-то вообще не хочу, наверное, как Сашуля завтра уедет на работу, потом быстренько пробегусь, помою пол. И, кстати, наш ротанчик вообще прижился, уже вовсю там плавает, подъедает, ну, все, чувствует себя как дома. Ладно, мои хорошие, всем пока. Всем большое спасибо за то, что ждете, смотрите нашу простую жизнь Нелепиных. Ну и пишите, как вам тумба, как вам
камин. Ну, я прям вообще довольна. Так что, мои хорошие, пусть у вас все сбудутся планы. Все, о чем мечтаете, обязательно у вас будет. Все, пока-пока. Завтра увидимся. До встречи.